Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и сотрудниками ФСБ задержали 5 граждан одного из государств Средней Азии. Они подозреваются в разбойном нападении на предпринимателя из Китая, которое было совершено в Ленинском городском округе. Предварительно установлено, что злоумышленники на территории частного домовладения напали на двоих предпринимателей и их знакомую. Похитив мобильные телефоны, планшет, наручные часы и металлический сейф, налетчики скрылись на автомобиле одного из потерпевших, в котором находились 3 миллиона рублей. Подразумевает ограбление. Кого ограбили? Я не ограблял. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. При поддержке Росгвардии 4 из них задержаны в аэропорту Шереметьево. Сколько у вас человек было? 5. А где вы были задержаны сотрудниками полиции? В аэропорту. А в каком? В Шереметьево. Куда планировали улететь? В Турцию. Задержанные сообщили, что не смогли взломать сейф и выбросили его во враг. Похищенную машину оставили недалеко от места преступления, а деньги поделили и потратили. Часть похищенного имущества изъята. Что использовали в качестве орудия? Пневматический пистолет был. А еще что? Еще этот. Нож. Следователем Следственного управления УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.